подожди. Блять, зажигалка тухлая, нихуя ничего не работает. Иди, давай! Смотри, что зажигалка. Надо было так отбегать, подальше от этих, блядь. Ну что, сколько осталось? Еще один. Последний. Да укрыть сначала, да укрыть, погнали! Да пошел он нахуй, подберем вот так! Так, все, все от здания? Надо на крыльце ёбнуть вот того этого. Та-то не взорвалась. Слава, подними пока по бырику. Я знаю! Еще одна? У меня первая. Так там лежит бомба, ее тоже взорвать надо. Надо? Да. А это взорвано, нет? Не взорвано, и вон там он еще туда положен. Вот это вот взорвано? Блять, парни, сюда кого-нибудь надо с длинным стволом или с оптикой. Этого долбоеба с хода снять. Давай я быстренько сбегаю, подожду тут. Они уже пытаются. Не долетает. Надо ближе, как можно ближе подойти. Не, ну все-таки АПС 50-я вещь. Да. Еще, дача это. Все, ты подобрал ствол? Блоубэк. Я знаю, мне похуй. Это не все, там еще где-то маленькая деталька была. Какая, ну сколько маленькая? Вот такая вот маленькая. Тогда бежать проще. Я ее тоже вроде. Да? Да. Большой тюн есть у кого-то? Тут реально, вот. Большой тюн есть у кого-то? Ты что-то отвлекаешь и работаешь. Зато есть дым. А что Валя там что? Его убили. Я побежал. Ебаный урод. Подожди, подожди. Давай у тебя длинный ствол, иди сюда лучше. Залезь сюда и работай. А, все? Я проще. Блядь, там еще один подходит. Идем или нет? Пошли. Оба тебе. Да? Блядь, это подождем. О, америкосы. Работают, работают, сверху работают. Откуда сверху? Сверху, совсем сверху. С окна. Еще один. Давай, да. У кого они... нормальные стволы? Пошли. Смотри, мы вон там баррикады сидели, они не долетают. Видос что ли был? А? Видос что ли засели? А, ну да. Миша. Кто да. Кто там? Где? Что там последний? Вот, а как же Каратаев со своим фирменным? Каратаев со своим фирменным куда-то ушел. В точку. Да. Где? Вон да, там пошли. Он. У дальнего второго сидит. Да. Вон, смотрите, видите, наши сбоку подкрадываются. Подходит. Данька. Может, там будем стоять. Давай. Много я без оружия. Да, так возьми меня. Бля, ты смотри, сидел. Пошли. Куда? Долби. Пойдем. Сейчас я магаз сменю. Так, как-то бежим, как я понял, вот так бежать без толку. А сейчас что-нибудь придумаем. Времени у нас еще много. Сейчас сижу, короче, там за дверью. Ходит американец, не стреляй, свои. Нихуя не свои. Пошли, короче, вот в это здание. Мигает? Да. Нет, стой. Да. 4 минуты. Юра. А? Пошли, короче, до здания. Зачем? Мы вот так вот не пробежим. Или пошли вот так прямо, вот сейчас вот пока там Данька их. Пойдем пока тут. Поддержим бомбу. Давайте скажите, куда бежать. Фига вас тут. Так, Юрий, похуй. Наши, нет, наши, на бегу наши не там. Поджигай. Давай, готово. Не-не-не, не поджигай. Каратаев, не поджигай. Не надо, короче, не а? Так, ну снимаем. Что, готово? Уходи сразу вправо на угол, давай. Готово? Так, давай сразу тебя работаю. Пошли! Дай мне вход! Пустой! Зеленый!
Работаю! Сука, минус! Магазин! Так, давайте, пацаны, на красный туда продвигаться. Да. Давай по очереди прикрывай. Кто по готовности? Давай я первый. Давай, Паш. По готовности. Сама туда. Пошел! Пустой! Прикрывай! Блядь, нахуй мы тут выходим, вот так вопрос, блядь. Что, пакет-то все? Наш Мишаня-то убили? Мишан мертвый? Макс, что у тебя? Нету больше ничего? Шаров? Да. Нету. Сейчас дам. У меня вот только один магазин. В сторону. На. Тогда потом, у меня какая-то... Окей. Пацаны, кто у пятерки, ответьте, я пойду к вам открывать будете. Взрывчатку не взорвали? Ты, по-моему, гранатой там всех не трогал. Ну, троих. Что, так не взорвал, получается? Да нету, под огнем он не успел это поместить. У нас что-то там тут немного. Там бронированные парни постоят. Они нету, пятерки у нас бронированные. Так, приготовьтесь. Пойдешь сейчас? Я? Ну, не знаю, кто ты сейчас, давайте. Да, с отца там. Потом прикройте по вон фасаду. Наши заходят потихоньку. Готовы? Вон там шары. Стоп, да. Ближний вход! Повыше чуть-чуть. Чё встали? Идите сюда. Так, надо, легко я сказать. Так понял, надо уходить сюда сразу и жить. Да, как-то. Но там окно, так что нужно за деревьями держаться. Да. За листвой. Второй пустой, ну, первый так. За дерево не вижу. Сейчас проверю. Прикрывай, второй этаж взял! Так, приходите сюда. Сейчас я обойду. Стоп, магазин. Вон там прямо, вон они сидят. Шары не долетают все равно. А нет, долетают по чуть-чуть. Это по земле. Вон с двери высовывают. Вот, да, они там тупят, стоят. Еще говорят, чтобы мы подошли. Она вдвоем сходу зачищает. Блядь. Так, ладно. Не пройти. Патроны, говорю, есть? Чуть-чуть. Да. Прикрывай. Ладно. Раз. Пошел. Опять пустой. Да что ж это такое? Он прошел там? Прошел. Кого-то сняли? Наших сняли. Уже двоих. Что там, из окна сняли, бля? Да. Там он и не подбегает, и подбегает, вон бежит какой-то хер. Пустой!
Там один! У стены! Да ё-моё. Они проходят, эти там Миша, стоят. Миша, во входе один. Высовывается время от времени из двери. Трое уже прошли, четверо. Внутрь прошли дополнительно с другого входа трое, четверо. Четыре, да. Четверо. Я никого не слышу, я буду не долетит. Ну, видишь, хоть все эти похожие цветы с края, которые не долетит, блядь. Так они там тоже стоят, что-то... Миша бы высунулся хотя бы из-за угла. Она вообще, по-моему, в холостую бьет. Посмотри, да, похоже. Да, все сказала, что пустая. Она живой. Трое, у Стеллы. Ну понял, постараюсь сейчас. Я сказал. Так, ну что, пошел я с торца здания. Там? Ну, надо. Здесь не управляет. Здесь просто один кто-нибудь останется. Прикрывай. Так, внимание, идем вдвоем с торца здания, прикройте. В окнах. Блять, ну попал же, ёптуть! Держи первый, я второй. Блять, перезарядка. Я пустой, полностью пустой. Совсем? Вообще, как барабан, блядь. Сейчас посмотрю в магазине. Тоже пуст. Блядь. Один остался. С пистолетом здесь не поймал. Попал.